По стране прокатились случаи отравления курительными смесями, так называемыми спайсами. Ивановская область, к сожалению, не стала исключением. В Кинешемском районе зафиксировано 6 подобных случаев. Жертвами стали подростки 98-99 годов рождения, решившие попробовать наркотическое средство. С симптомами острого отравления курительной смесью пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение Кинешемской ЦРБ. При этом одна из несовершеннолетних после приема спайса впала в кому. Сейчас состояние детей понемногу нормализуется. По данным фактам, межмуниципальным отделом МВД России Кинешемский в настоящее время проводятся процессуальные проверки. Прокуратура города осуществляет надзор за ходом данных проверок. Прежде всего, даны соответствующие указания по данным материалам. По предварительным данным процессуальных проверок, местом приобретения курительных смесей несовершеннолетними пока не установлено. Ну и кроме того, прокуратура города совместно с наркополицией проводит совместная проверка соблюдения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков в местах возможной продажи, прежде всего, курительных смесей.